в путинской России не действуют законы. Быть в оппозиции – это подвергать свою жизнь и жизнь своих близких, свою свободу риску. Ну, я когда решал идти мне заниматься дальше политической деятельностью, бороться с Путиным, я для себя эти риски оценил. Я не хочу умирать, это, конечно. То есть риск быть убитым запредельный, да.